Андрей Михайлович, результативный НЧ1. Один ваш комментарий по сегодняшней игре. Ну, осадок неприятно остался по игре. Если первые 30 минут были, считаю, идеальными в нашем исполнении, 2 100% момента, ну, не забиваешь. Перерыв я сказал, что играете с огнем. Ну, не услышали. Сбились на индивидуальные действия, очень много передерживали мяч. Контролировали, да, но мы пока еще не Барселона, чтобы контролировать, а штрафной людей не хватало катастрофически, как мы хотим забить, если не бежать в атаку. Ну, хорошо, хоть на последнем минуте сравняли счет. Может, это очко пригодится в дальнейшем. А так, я говорю, по игре впечатление, скажем так, я больше недоволен, чем доволен. Если первые 30 минут были идеальными, то остальное время плохо вообще. И в первом тайме много нереализованных моментов, там стопроцентных. Что не получилось? Почему не смогли забить? Моменты стопроцентные, но еще должны быть исполнители. Поэтому, может, со временем они будут исполнять, но пока 2 момента 100% маловато для них. А чемпионат подходит к завершению. Большая плотность турнирной таблицы. Может, как это психологически складывается сейчас на ребятах? Может быть, заглядывают они в таблицу? И, может быть, это... Да, конечно, заглядывают в таблицу. Конечно, считают очки, но, я говорю, не тем они занимаются. Надо выходить на каждую игру, не забывайте оставлять где-то за пределами поля таблицу эту, с кем мы играем, следующая игра. Есть конкретная игра, в которой надо выходить и выжимать себя максимум. Только так можно занимать какие-то высокие места. Никита, ничья 1-1. Твой комментарий по сегодняшней игре. Ну, начали матч достаточно хорошо, создавали какие-то голевые моменты. После водопоя потеряли, наверное, концентрацию или, может, как-то расслабились, начали создавать, так сказать, свои ворота. Ошибки начали посыпались и пошли проблемы. На второй вышли, пропустили гол достаточно быстро. Начали как-то суетиться, торопиться. Может, это и сыграло, что так, ну, не забили больше. Может, если как-то были более рассудительные, может, забили больше. В первом тайме много нереализованных моментов, в том числе у тебя было очень много ударов. В чем причина, почему не смогли забить? Хромает реализация, может, как-то все хотят забить, может, не отдают лучшие ситуации, когда можно отдать.